На Светланской у фуры развалился прицеп. К месту происшествия пришлось вызывать эвакуатор. Большегрузный автомобиль «МАН» двигался со стороны Пушкинской к улице Светланской. Водитель шел порожняком, везя на прицепе тележку. Как рассказал находившийся за рулем фуры мужчина, на перекрестке с улицы Светланской он услышал грохот и тут же предпринял экстренное торможение. Выяснилось, что причиной шума стала телега. Прицеп попросту развалился напополам. А я что? Как произошло? Порвался прицеп? Ну, из-за чего такое могло произойти? Усталость металла, что старый, вроде как. Я вроде не старый. Мужчина уверен, все обошлось небольшими неприятностями, потому что на телеге не было контейнера, да и скорость была невысокой. В иной ситуации все могло быть намного печальнее. Водитель автомобиля «МАН» зафиксировал прицеп на проезжей части и тут же вызвал к месту происшествия подмогу.